Diesen heiligen Eid. Diesen heiligen Eid. Dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes. Dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht. И прокламацион des Führers. Deutsches Volk. Немецкие солдаты, выступаете в жестокую борьбу, и на вас лежит тяжелая ответственность. Ибо судьба Европы, будущее Германского рейха, бытие нашего народа лежит отныне только в ваших руках. Да поможет вам в этой борьбе Господь Бог. На рассвете 22 июня 41 года, когда Германия напала на Советский Союз, Румыния тотчас развернула военные действия против Красной Армии вдоль Прута и Дуная. А румынская авиация обрушила удары на советские города и села. На помощь Гитлеру премьер-министр Румынии Антонеску отправил 400 тысяч румынских солдат и офицеров. Нужно помнить, что в лице Третьего Рейха с Советским Союзом воевала значительная часть западной верхушки. Вместе с Румынией в составе четырех групп армий вермахта, развернутых на Восточном фронте, против СССР воюет Финляндия, Венгрия, Хорватия, Словакия, Италия. Всего 29 дивизий, 16 бригад, миллионное войско. И это только официальные союзники Гитлера. Немецкая борьба с русским большевизмом нашла восторженный отклик во всей Европе. Почти во всех странах континента толпы желающих стремятся помочь немецкой армии в битве с большевиками. В 1941-1942 году были очень распространены плакаты, на которых изображались флаги большинства европейских государств или народов, которые вот, движутся на территорию Советского Союза. Сотни тысяч граждан европейских государств добровольно вступают в ряды вермахта и войск СС. В крестовый поход Германии против Советского Союза отправится больше 800 тысяч иностранных добровольцев. В Париже состоялась грандиозная манифестация французских добровольных легионеров, направленная против большевизма. На огромных плакатах девизы легионов. Большевизм будет изгнан из объединенной Европы. В Брюсселе первые фламандские добровольцы покидают бельгийскую столицу. На золотом поле их флага гордо восседает лев. В Гамбурге состоялось собрание первых датских добровольцев. Они объединены в корпус СС «Фрайкорпс Данмарк». Боевое знамя корпуса. Они клянутся бороться с большевизмом, то есть бороться за освобождение Европы. В Риме Дуччи приветствовал очередные итальянские подразделения, отправляющиеся на Восточный фронт. Главная цель, конечно, это уничтожение России, распад Российской Федерации. Это главная цель Запада и до сих пор. Австрию Германия захватила за два дня. Чехословакия, целое европейское государство, уничтожено за три дня. 36 дней на Польшу. 44 дня заняла вся кампания во Франции. Ко времени вероломного нападения на СССР Германия превратилась в самое сильное на европейском континенте государство. С 12 марта 1938 года по 1 июня 1941 Гитлер захватил 11 стран, оккупировав около 2 миллионов квадратных километров территории. Первым создателем Евросоюза, как бы это кому-то сейчас было неприятно в Европе, был Гитлер. Он, по сути дела, создал Евросоюз.